Здравствуйте, с вами Дина Краснова, и в этом видео я проведу экскурсию по нашему новому обучающему сайту. После регистрации на нашем сайте вы попадаете во внутреннюю часть, и здесь в разделе «Тренинги» можно увидеть все тренинги, которые вам доступны. Если вы еще не приобретали никаких курсов, вам доступны только демо-уроки в открытом доступе. Можно зайти, посмотреть вот такие вот демо здесь. Можно открыть задание, посмотреть видео, скачать карту и можно также отправить задание на проверку. Чтобы отправить задание на проверку, вы читаете инструкцию, выполняете задание и ваш ответ пишете вот это поле. Нажимаете «Отправить ответ». После этого ответ попадает к нам и мы можем его проверить, принять, либо отправить на доработку, и также вы будете видеть какие-то замечания к ответу. При необходимости можно задать вопросы в комментарии к уроку. Если вы уже приобретали какие-то курсы, то данные курсы доступны вот здесь в разделе «Тренинги». Вы можете зайти в выбранный курс, который вам доступен, и просматривать видео, выполнять задания. Ну, так вот выглядит наш обновленный курс «Азбука бухгалтера 2.0». Здесь можно дополнительные материалы скачать. Далее идет задание. В этом поле вы пишете ваш ответ на задание, отправляете его. И можно также писать комментарии. Комментарии видны всем. Можно также просматривать комментарии других учеников и смотреть ответы к этим комментариям. Здесь у нас доступно много тренингов по различным темам. И если у вас есть доступ, вы можете зайти, просмотреть видео и выполнить задание, если к этому уроку есть задание. Наш клуб. И остальные наши курсы. Полный перечень наших курсов вы можете найти на сайте azbuha.ru в разделе «Курсы». Все ссылки найдете под этим видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова и до встречи в моих следующих видео.